Привет, дорогие друзья, с вами Воблер. Сегодня мы рассмотрим игру под названием Левиафан. Она чем-то похожа на игру, которая нашумевшая B-Siege, в которой нам приходилось строить различные крафты, различные машины, дабы проходить уровни. Здесь, я думаю, что игра такая же, только нам придется строить корабли. Ну что, давайте мы построим какую-то колымагу, скажем, какое-то корыто, поплывем и постараемся выполнить несколько миссий. У нас есть креатив, где мы можем строить, есть батл. Давайте зайдем в батл и что-то построим. Вот здесь я понял, есть уровни, вот дабы их пройти, нужно начать с первого уровня. И поехали, соорудим какое-то корыто. Здесь у нас доступны различные модули для строительства. Так как это у нас корабли, значит у нас будет различное дерево. Вот также у нас есть пропеллеры, есть различные пушки. Короче, будет весело. Давайте построим что-то и попытаемся поплавать вокруг этих островов, дабы исследовать их. Итак, дорогие зрители, зря я походу разогнался, потому что у нас есть полоса, и здесь показано, можно сказать, как ЦПУ. Что мы можем строить на первом уровне? Я походу решил очень построить большой корабль, уже фантазия разгулялась. А нужно здесь начинать с корыта, с маленького корыта. Ну что, придется, мне кажется, это все снова разобрать и построить что-то маленькое, и на маленьком уже плавать. Так, наш проект очень грандиозный, я думаю, что не надо сильно тут все расстраивать, надо что-то делать маленькое. Ну, наш корабль какой-то должен быть, наверное, широкий, чтобы он смог как-то плавать. Потому что если он будет узкий, мне кажется, он будет переворачиваться. Итак, что у нас еще есть? У нас есть вот такая вот рулевая штучка. Как она? Ну, как-то она вот таким вот образом стоит. Так, может даже парочку винтов поставить. Ого, винты, я вам скажу, до хрени сейчас занимают ЦПУ. Очень много занимают ЦПУ винты. Значит, их нужно убрать. Так, нажимаем на Shift и убираем. Так, значит, начнем, наверное, с маленького. Вот показано, сколько чего ЦПУ занимает каждый. Так, коль у нас маленький корабль, значит, поворотник будет маленький. И один мотор, мне кажется, надо взять какой-то моторчик, да, такой малюсенький. Вот таких два моторчика, которые будут вот так вращать и помогать нашему кораблю плыть. Парус нахрен нам надо, мы же все-таки моторы поставили. Так. И теперь как-то надо нам сделать типа нос корабля. Так, а как это сделать? Так, мы упали, к нам уже что-то приплыло. Мы сейчас можем управлять нашим кораблем. Если это можно назвать кораблем. Вот, наша колымага, она неплохо плавает, мы видим. Нормально держится на воде, с первого раза не тонет. Это все потому, что сделал его таким более-менее широким. Неплохо поворачивается. Так. А, вот мы мышкой направляем и показываем, куда стрелять наши пушки. Ну, теперь чуть-чуть правее. Ай, промазал. Тут еще надо приловчиться к этим всем поворотам. Но! Стой, не двигайся, ёпты. Ладно, сейчас мы немножко вот так, с другой стороны. А, сейчас можем сесть на мель. Нет, только не мель. Только не мель. Давай, вперед. Почему оно само плывет? О! Смотрите, моторы крутятся и крутятся. Их надо как-то остановить. А, вот, надо их останавливать. Давай, да, надо еще приловчиться к этому управлению корабля. Смотрите, ему это глубина какая. Ни хрена себе. Куда это мы плывем? Так, поплыли к нашей бочке. К нашей бочке, а то мы сейчас чувствую вообще уплывем. И найдем потом дороги обратно. Пошли. Но мне кажется, что надо было наперед ставить. Как-то моторы немножко тупо управляются. Вот. Ну, куда они крутятся и крутятся? Оно долго все. Реально, как в корабле. Да, на корабле ты немножко повернул. Кстати, этот плот чисто за нами плавает. Он просто за нами. Че ты за нами плывешь? Давайте мы его сейчас разрушим. А! Хотя, мне кажется, он с порохом. Стопе. Да, чуть-чуть назад. Задний ход. Еще чуть-чуть. Я понял, вот куда наши пушки достают. Ай, дурная механика. Реально, как у корабля. Надо стоп. Надо все ждать. Видите, время. То есть, надо смотреть на левую сторону. На экране мы видим, но там так хреново, блин, все это очертание. Плохо видно. Фул, это максимум, я понял. Сейчас давайте мы как-то развернемся. Стопе.
Да остановись, корабль! Ай-яй-яй, представляю, ты с маленькими вот пропеллерами, тут винтами, а что будет с большими-то? Ну давай, разворачиваемся. О, стоп! Вот, отлично, бьем теперь. Еще разок. Еще разочек. Там, наверное, дополнительные блоки. Ёлки-палки, я нормально разрубил. Смотрите, что-то упало. Что это такое? Зачем нам? Зачем это нам надо? Можно вот даже смотреть. О, там что-то еще плавает. Это наши противники. Да, только на них еще надо как-то прицелиться. Куда, куда я поплыл? Нет, я по берегу плыву. Я сел на мель. Чего это происходит? Чего это происходит? Вот это я разогнался. Стоп, дружище, стопэ. Тоже вращается. Пираты на нас напали. Кто-то хочет мою колымагу потопить. Ни хрена не видно. Очень ярким цветом сделано с левой стороны. Белое. Вот лично я не знаю, что-то не вижу. Отсвечивает все это. Светлое, блин. Че, промазал по нам, да? Днище, получай. Днище, получай в днище. Наш корабль непобедимый. По-моему, скорость большую поставил. Буду на маленькой скорости плавать вот так вот вокруг. Вокруг него и долбить. На. Да давай, плыви, что ты не можешь даже... На первой скорости не могу даже против волн. Да, что-то вообще не алё. Давай, на фул, я тебе ж газу дал. Чё они не плывут? Наверное, потому что мелко очень, да? Их надо было поглубже сделать. Надо было поглубже засунуть наши двигатели. Видите, они практически в воздухе висят. Надо было просто на кубы вниже опустить. Я думаю, это в будущем можно сделать. Не сейчас. Сейчас надо просто сразиться с противником. И все. Вот это наша задача. Он взорвался. Отлично. Мы непобедимы. Так, это мы прошли второй уровень. Враг по левому борту. Тормозить. Сводиться. Огонь. Херакс, не попали. Выше брать надо. Выше брать. Команда. Выше брать. Огонь. Левее чуть-чуть. Левее. Наводчик. Сводись. Огонь. Чуть-чуть подбили. Правее. Еще. Надо. Нет. Вот. Черт. Блин, дым ни черта не видно. У него пушка тоже есть, или что-то? Что-то у него за пушка такая? Ах ты, сучка, куда ты нам бьешь-то? Поворот, поворот. И он поворачивает, и я поворачиваю. Меня что-то заносит немножко. Ну. Он быстрее поворачивает, чем я. Скорость. Ну. Как-то мне херово с поворотами, я вам скажу, дорогие зрители. Что так вообще хреновато? Мой корабль хреново разворачивается, надо отойти на дальнюю дистанцию, развернуться и заново зайти. Надо будет в будущем поработать с поворотом, но дело в том, что у меня очень ограниченное. Тут либо пушкой пожертвовать, а мне 4 пушки вот понравилось, конечно. Давайте развернемся, и он как раз поворачивает. Но. Еще чуть-чуть, давай. Давайте забьем этого противника. Где бы там какие-то люди бегали, вообще было бы прикольно, если бы люди бегали. Чтоб так попал с пушки, раз, люди шмяк, прозлетались. Ну, чё ты так тупо поворачиваешь? Я вообще не могу понять, как она туго так идет. Сучка, попал, ты смотри. А я промазал, а чё я промазал, не скажете? Как я промазываю? Как так? Вообще не могу понять. Какого хрена я промазываю? Так, еще раз отойдем. Он просто нас преследует. Он за нами просто в погоню, смотрите. Гонится за нами. Тоже, блядь, на фул поставил. Вот сопляк.
Ну, блин, раз, на повороты. Посмотрим, насколько эти повороты, блин, стоят. Ну, давай. Блять, моторы срабатывают, а оно еле-еле поворачивает. Ну, не промажь. Давай сюда, вот, давай, давай, давай. Огонь! Блять, все перелетело. Ну, в ближний бой. Это, как это я так могу стрелять? Я что-то не понял. Как у меня так получается? Фул разворот, фул и разворот. Смотрите, цель. Это что я? И он по мне бьет, и я по нему бью. Я попал, не попал? Он вообще какой-то подтопленный, что ли? Как я по нему попасть не могу? Попал. Только не... Только с одной пушки, что ли? Еще раз попал. По чуть-чуть. Значит, он порох у него есть. Пульк-бульк. Черт, и он по мне попал. Разворачиваемся. Вообще неудобно. Вообще капец как неудобно. Я не знаю, какой у меня пушкой в бок стреляю. У меня что сбоку пушек никаких нету. Еще разочек бы. Бульт в воду. Попал, гад. Он тоже по мне попал. Разворот. Так, чуть прицеливаемся аккуратно. Огонь. Попал. Что у него за броня такая? У него же вроде бы голимые кубики. Как он... Я не могу его пробить. Охренеть, он мне пушку снес. Он мне пушку снес. А у меня еще есть? Есть какие-то пушки. О, я ему тоже снес пушку правую. Все, я его раздолбал, сопляк. Да, ну что могу сказать, дорогие зрители? Вот такая вот игра. Проходим потихонечку уровень. Я думаю, что, возможно, в будущем будут ролики. А сзади уже какой-то днище за нами ввязался в погоню. Спасибо, что смотрели. С вами был Воблер. Игра Левиафан. Всем удачи. Всем пока.